Всем привет, друзья! На связи я, Дима 2DCube, Music Mag TV. И сегодня у нас с вами в гостях настоящий эндемичный зверь из далекой Австралии под названием Deluge от компании Synstrom Audible. Девайс, который по заверению разработчика может вообще все, здесь нет никаких ограничений. Вы можете использовать сколько угодно дорожек здесь, можете использовать сэмплы любой длины, здесь есть встроенный синтезаторный движок, есть лупер, есть секвенсор, и все это вот в таком вот компактном корпусе, который умеет работать от встроенного аккумулятора, и даже бортовой динамичек здесь есть. В общем, штука, которая за время своего существования успела обрасти целой кучей разных легенд и домыслов, которые мы с вами сегодня и будем развенчивать. Ну и прежде чем приступить к обзору, друзья, стоит упомянуть о том, что сегодня мы будем работать с прошивкой версии 3. Дело в том, что разработчик Deluge все время выпускает новые прошивки, в которых постоянно появляются какие-то новые возможности, исправляются какие-то недочеты. Так что если вы будете смотреть этот ролик там спустя какое-то время, вполне возможно, что некоторые функции, о которых я здесь буду говорить, будут работать иначе, некоторые недочеты, о которых я тоже буду говорить, также будут исправлены. Имейте это в виду. Проверить последнюю прошивку можно на сайте разработчика. Но мы приступаем. Наливайте чаек, накладывайте бутербродики и погнали! Исследование Deluge я, как обычно, предлагаю начать с изучения внешнего вида девайса. И тут в первую очередь хочется сказать о том, что для девайса, который реально может вообще все, у которого нет никаких ограничений, эта штука довольно-таки компактная и легкая. То есть вот такой вот небольшой корпус. Если его сравнивать с тем же самым микрофриком, например, тоже компактным синтезатором, сами видите, что ну как бы он прям даже меньше, да? В меру легкий, то есть наличие его в рюкзаке не будет уж слишком большой трагедией для вашей спины, так что сможете его брать где угодно, куда угодно, при этом он довольно прочный, металлический корпус, такие вот довольно симпатичные деревянные боковиночки. В общем, собрано все очень кондово, качественно. Девайс у нас является полностью портативным, то есть для того, чтобы с ним работать, вам не нужно вообще ничего иметь, кроме него. Вот так вот его включаете, тут есть бортовой аккумулятор, который довольно долго держит заряд, порядка 7-8 часов. И даже есть на борту встроенный динамик, в принципе, используя который вы сможете обходиться даже одним этим девайсом для того, чтобы что-то где-то там на природе джемить или что-то еще. Дополнительным бонусом Deluge в смысле его автономности является тот факт, что сюда вы прям напрямую сможете подключать вообще любые MIDI-USB контроллеры, здесь сзади есть USB-порт, как видите, и к нему можно подключать прямо напрямую с помощью USB кабеля любые контроллеры, Deluge будет питать их, и также по этому кабелю будут передаваться MIDI данные. Единственное, что вам понадобится, это купить переходничок вот с USB Type-B на стандартный USB, и после этого вы сможете напрямую подключать сюда любые контроллеры. Ну и теперь давайте повнимательнее посмотрим на переднюю панель девайса. Большую часть передней панели здесь занимает вот такая вот кнопочная матрица. Это не пэды, то есть здесь нет ни динамики, ни после нажатия. Ну и, соответственно, эти кнопки у нас используются для доступа к паттернам. Заходя в ту или иную дорожку, мы будем видеть вот расставленные здесь, например, в случае барабанов, расставленные барабаны. В случае синтезаторных партий мы будем видеть здесь ноты. Если это у нас аудиосэмпл, мы будем видеть форму волны сэмпла и так далее. В общем, мультифункциональные пэды, которые также можно использовать, например, для игры мелодических партий. Вот это вот у нас такая вот секция для исполнения нот. Ну а в верхней части у нас находится секция для управления различными параметрами. Слева имеется два регулятора для управления сеткой. Здесь можно менять масштаб, можно двигаться вверх-вниз, влево-вправо. Вот эти два регулятора являются такими своеобразными макросами, что-то вроде того, что мы имеем на девайсах от Electron. То есть, выбирая здесь тот или иной раздел, мы будем управлять соответствующими параметрами. Например, громкость панорама, фильтр резонанс, атака релиз, параметры дилея, сайдчейн, ревербератор и так далее. В центре девайса у нас находится вот такой вот небольшой экранчик. Слева находится регулятор для выбора различных параметров Settings. Ну и справа дополнительные настройки. Обратите внимание, что также на борту имеется встроенный микрофон, который можно использовать для записи аудиосэмплов. Можно использовать его в режиме лупера и так далее. Ну и посмотрим на заднюю панель. А здесь у нас имеется кнопка включения-выключения, разъем USB, который позволяет подключать сюда внешние MIDI-контроллеры, как я уже говорил, либо он позволяет подключать девайс к компьютеру, через него же можно заряжать встроенный аккумулятор или питать девайс от каких-то пауэрбанков и прочего. А рядышком находится разъем для подключения блока питания, при этом блок питания в комплекте не идет, вход для клок, 4 гейт-выхода. У гейт-выходов обратите внимание, что здесь управляется вольтаж, что тоже довольно полезно, 2 CV-выхода.
разъемы MIDI-вход, MIDI-выход, стандартный стереофонический аудиовыход, выход на наушники на мини-джеки, линейный вход и вход для микрофона вот здесь. Рабочее пространство Deluge разделено на три основных зоны. В первую очередь, это вот такая вот область, которая у нас отвечает за отображение всех дорожек, имеющихся в текущем проекте. Сейчас у меня этих дорожек 6. Мы можем зайти в каждую из этих дорожек и отдельно отредактировать, что там внутри у нас будет находиться. Этот режим называется клип. То есть мы всегда можем вот таким вот образом переключаться между отдельными клипами и возвращаться обратно в раздел, в котором видны все дорожки. Справа, если вы обратите внимание, есть у нас вот таких вот две колоночки. Первая колоночка отвечает за активацию или отключение того или иного трека, а вот эта дорожка у нас отвечает за так называемые сцены. Если вы когда-нибудь работали в Ableton Live, вы понимаете, о чем я говорю. То есть у нас есть как бы два, грубо говоря, разных паттерна, и мы сможем переключаться между ними нажатием вот этих вот блоков. То есть вот здесь у меня расположен первый паттерн. Давайте его послушаем. Вот здесь расположен второй паттерн. Таким вот образом, нажимая сюда, я буду как бы переключаться между двумя паттернами. Разумеется, дорожек, как я и сказал, здесь может быть неограниченное количество, паттернов здесь тоже может быть неограниченное количество, но в принципе создавать вот разные паттерны, то есть разные сцены в пределах одного проекта здесь совершенно не обязательно. Интересно то, что девайс умеет переключать проекты на лету без каких-либо пауз, то есть он прямо на лету сможет вам менять ваши проекты. Если, скажем, сейчас запущу вот этот проект, нажму кнопочку Load и выберу какой-то другой проект, например, второй. Как видите, у меня проект новый подгружается вообще без остановки секвенсора, то есть вы можете как бы создавать разные паттерны в привычном, в принципе, для грувбоксов режиме, когда каждый паттерн является отдельным проектом. Ну и отдельным режимом Deluge является реальный режим Song, который здесь называется аранжировщик. Его можно запустить повторно нажатием кнопочки Song, здесь у нас лампочка будет мигать, и в этом режиме вы можете создавать цепочки паттернов, то есть формировать полноценный Song, полноценный трек, как бы соединяя их вот так вот в линейном режиме. Разумеется, здесь мы сможем использовать только те паттерны, которые у нас находятся вот здесь вот в режиме Song. Паттерны из других проектов вот здесь вот использовать будет нельзя. Поэтому, если вы хотите работать с Deluge именно в режиме создания треков, а не лайв-перформанса, то вам придется создавать паттерны прямо вот здесь вот, так, чтобы в Song все они были, и вы могли их здесь вот использовать для создания полноценного трека. Ну и для того, чтобы чуть лучше разобраться с тем, как именно работает Deluge, давайте создадим здесь новый пустой проект и посмотрим на то, что умеет этот девайс. Итак, здесь мы можем использовать, как я и сказал, неограниченное количество различных дорожек, при этом каждая дорожка может работать в 5 режимах. Либо режим Synth, в котором мы будем создавать мелодические партии, либо режим Kit, в котором мы будем создавать барабанные партии, либо режим MIDI или CV, в котором мы сможем раздавать данные наружу, либо MIDI, либо CV данные, то есть использовать Deluge в режиме секвенсора. И есть еще пятый скрытый режим аудио, который активируется вот так вот. В этом режиме мы сможем воспроизводить на дорожке какие-то аудиосэмплы, причем любой, опять же, неограниченной длины. Ну и давайте по очереди рассмотрим каждый из этих режимов. Начнем с режима Kit. Вот я переключил сейчас нашу единственную дорожку в режим Kit'а. Далее мы в нее можем вот так вот зайти. И здесь, как видите, справа у нас имеются различные барабаны. Можно вот так вот двигать сетку. То есть иногда могут быть в каком-то наборе и дополнительные ударные. И, разумеется, вот здесь вот мы будем иметь секвенсор, в котором мы сможем расставлять барабаны. При желании мы сможем переключать различные пресеты. Здесь есть множество пресетов с готовыми ударными. Либо же мы можем создать вообще пустой кит вот таким вот образом и полностью, ну, как бы сформировать его на основе сэмплов, которые мы сами захотим. Удерживая ячейку, нажимаем Load и далее выбираем папку с сэмплами. Вот обратите внимание, что здесь у нас пишутся названия папок. Папки находятся на подключенной к девайсу SD-карте. И вот, например, выбираем какой-нибудь из разделов. Например, такую бочку, да?
Таким образом, вы можете формировать свои собственные барабанные пресеты, причем грузить в ячейки можно любые, опять же, сэмплы, совершенно не обязательно короткие, можно грузить сюда какие-то лупы, например, и так далее. За перемещение по сетке у нас отвечают вот эти регуляторы. И, например, если я захочу изменить разрешение, то есть сделать более мелкий масштаб, допустим, 32-х нот, мне нужно просто нажать вот эту крутилку, и, как видите, я могу вот так вот ее приближать теперь, удалять. То есть, если я, например, включу здесь 32-е ноты, можно будет вот таким вот образом в конце сделать какую-то сбивочку. Таким же образом можно и увеличивать длину паттернов. Опять же, длина здесь не ограничена. Вы можете использовать паттерны хоть там 128 или 256 шагов длиной. Абсолютно как захотите. Для того, чтобы, например, сейчас сделать наш паттерн двухшаговым, удерживаем Shift и крутим вот здесь крутилку до тех пор, пока у нас не будет отображаться на дисплее двоечка. После этого мы сможем вот таким вот образом перемещаться между различными страничками. Можно отодвинуть масштаб так, чтобы он, например, отображал сейчас восьмые ноты. Есть отдельный интересный режим кросс-скрин, который включается активацией вот этой кнопочки. Для того, чтобы его включить, переходим в раздел 16, нажимаем кросс-скрин, и теперь мы сможем одновременно забивать на всех наших экранах. Сейчас у нас экрана 2, то есть 2 такта, это первый такт, это второй такт. И вот в режиме кросс-скрин мы сможем забивать данные сразу на всех экранах. То есть все, что я буду делать здесь, все это будет делаться и на следующей страничке, как видите, тоже. Таким образом, можно создавать какие-то длинные, реально повторяющиеся паттерны и затем немного видоизменять их в отдельных секциях. Вот, например, если сейчас мы перейдем к 32-м, мы можем вот здесь, в самом конце второго такта, добавить дополнительные ноты для сбивки. И вот у нас получилась небольшая сбивка в самом конце. При желании можно менять, естественно, темп, управлять свингом. Также здесь есть режим отображения триолей, в котором можно будет управлять триолями, что тоже приятно. В общем, в этом плане девайс показался мне максимально удобным, насколько это вообще может быть вот в режиме работы вот с такой вот матричной сеточкой. Всегда можно менять масштаб вот таким вот образом, вплоть до 1/128, либо наоборот отодвигаться максимально далеко, что ну прям здорово и круто. Разумеется, помимо записи нот вот в таком вот шаговом режиме, вы всегда можете наигрывать партии на лету. Здесь имеется встроенная квантизация, которую при желании можно выключить, но сейчас она у меня включена. Ну и для того, чтобы записать на лету какое-то исполнение, нам достаточно просто вот здесь вот по кнопочкам в реальном времени играть, все это запишется в секвенсор. Еще раз повторюсь, что пэды эти не динамические, то есть это просто кнопки, однако же, ну, для создания каких-то простых барабанных партий этих кнопок здесь вполне должно хватить. Можно при желании включить метроном вот таким вот образом, нажимаем запись, play, и что-то можно здесь наиграть. Разумеется, вы можете и редактировать настройки тех или иных звуков. Вот, например, сейчас я хочу отредактировать длину нашего хэта. Переходим к хэту, переходим к разделу «Attack Release», и я, например, хочу ему укоротить сейчас релиз. Таким вот образом. Либо мы можем, например, изменить высоту. Можем подмешать, например, реверс сюда. Или добавить сайдчейн. Вот сайдчейн, мне кажется, здесь максимально приятная функция. Он автоматически определяет, где именно находится бочка в вашем паттерне и чейнит, ну, как бы, выбранные вами партии именно от бочки. Очень здоровская функция. На лету она прекрасно работает. Не нужно долго настраивать компрессор. Просто крутанули, и у вас все чейнится. На мой взгляд, прям здорово. При желании здесь можно не только управлять высотой, там, другими настройками отдельных барабанов, но и управлять всеми настройками всего кита одновременно. Для этого мы нажимаем кнопочку Effect Entire и, например, опускаем все вниз или наоборот вверх. Вот сейчас обратите внимание, вот эти лампочки быстро моргали, это значит, что мы вернули значение высоты в оригинальное состояние, тоже иногда бывает полезно. Кстати, о эффектах, друзья. Как видите, здесь у нас есть дилей, ревербератор и, собственно, вот сайдчейн компрессор, который тоже срабатывает на ударные. Однако, помимо этого, здесь имеется еще и модуляционный эффект, который чаще всего спрятан вот в этом вот последнем
разделе Custom 2, Custom 3. В случае с ударными это чаще всего Pitch Shifter и вот такой вот дециматор. Однако при желании вы всегда можете самостоятельно выбрать, какие именно эффекты там будут сидеть. Это делается через вот эту вот матрицу модуляции, так ее назовем, да? На самом деле эта матрица позволяет быстро переходить к тем или иным настройкам. Например, я могу через Shift перейти в раздел Mod FX вот сюда и выбрать какой-то фленджер, хорус, там, фазер или что-то еще. При этом все эффекты, которые я вам перечислил, являются индивидуальными для каждой отдельной дорожки, кроме ревера. Ревер здесь общий вообще для всего проекта. То есть, перенастраивая тот или иной эффект, вы будете в случае со всеми эффектами, кроме ревера, иметь отдельные независимые настройки. Ревер при этом будет всегда общим для всех дорожек. Ну и теперь давайте добавим в наш паттерн следующую дорожку. Это уже будет мелодическая дорожка. Вот в режиме Song я нажимаю просто по пустому пространству. У нас с вами появляется новая дорожка. Она сейчас находится в режиме Synth. И в этом режиме мы сможем использовать различные синтезаторы. Здесь также имеется куча готовых пресетов. Вот давайте сейчас с вами выберем какой-нибудь бас. Например, такой. Сейчас мы находимся в режиме минора, однако при желании мы всегда можем менять лады вот таким вот образом. Например, возьмем, скажем, не знаю, дарийский лад. И при желании можно даже менять тонику лада. Для этого нам надо перейти вот в этот режим, в котором наша секция пэдов превращается вот в такую вот клавиатурку. А здесь отдельные, как видите, пэды подсвечены, другие не подсвечены, но работают они все. Это просто нужно для того, чтобы, ну, чуть удобнее было визуализировать себе выбранную вами тональность. Давайте сейчас поменяем тонику, для этого удерживаем scale, ставим другую ноту, можно сам лад поменять. Ну и, естественно, здесь также можно записывать партии либо вживую, как с барабанами, либо забивать их в секвенсор. Давайте сейчас попробуем забить в секвенсор. Вот здесь мы можем менять октавы. Выбираем нужную нам октаву. Попробуем добавить сюда дополнительные ноты. Дело в том, что секвенсор Deluge, как и секвенсор, например, электронов, поддерживает функцию probability, которая позволяет, ну, создавать случайные какие-то события, которые то будут происходить, то они происходить не будут. Например, попробуем добавить вот сюда дополнительную ноту. Здесь вот попробуем ее добавить и установим ей вероятность срабатывания 50%. Помимо вот этих процентных соотношений, здесь можно устанавливать также еще и срабатывание на каких-то определенных циклах. Например, первый раз из двух, второй раз из двух, там и так далее. Первый из трех, второй из трех. Вот давайте, допустим, вот эта нота у нас будет срабатывать каждый второй раз. Ну и вот эту ноту тоже сделаем так, чтобы она срабатывала каждый второй раз. Можно отредактировать настройки. Ну и опять же, как на электронах, здесь есть еще и функция параметр локов. То есть мы можем для отдельных шагов устанавливать независимые от других шагов настройки вот этих параметров. Например, я могу вот на этом шаге, сейчас активируем режим записи, я могу добавить сюда посыл на реверберацию и чуть больше открыть фильтр. Такая вот интересная возможность. Ну и помимо этого, разумеется, здесь есть функция записи автоматизации на лету. Для этого нажимаем Record, Play и просто крутим ту ручку, которую хотим, например, резонанс. Как видите, все записывается. Единственным, пожалуй, неудобством является тот факт, что здесь никак нельзя посмотреть, какие именно параметры записаны в секвенсор, я имею в виду автоматизацию, какие не записаны. Единственный вариант это увидеть, это вот посмотреть вот на эту светодиодную шкалу, если она будет двигаться, значит там, соответственно, у нас находится нужная нам автоматизация. Ну и давайте вернемся к режиму Song, добавим еще одну дорожку и посмотрим на то, что еще мы можем здесь делать с мелодическими дорожками. В частности, Deluge имеет два встроенных синтезаторных движка, это субтрактивный движок и FM-движок, и кроме того, здесь мы можем играть еще и мелодически сэмплами. Сюда мы можем загружать в том числе и мультисэмплы, то есть для каждого диапазона клавиатурного у нас будут использоваться какие-то отдельные сэмплы. Сэмплы эти можно грузить вот на
SD-карточку. Я, например, сюда сейчас добавил набор сэмплов классического фортепиано, в котором у меня каждая отдельная нотка от самых нижних до самых высоких засэмплирована отдельно. Интересно, что при загрузке таких паков девайс сам распознает, где какие ноты на каких высотах должны быть. Вот давайте сейчас попробуем это сделать. Для начала очистим патч вот таким вот образом. Щелкая вот сюда, мы можем перейти к разделу осциллятора и выбрать здесь тип sample. Далее переходим в раздел файл и здесь выбираем папку с нужными нам сэмплами. Вот в моем случае это папка Piano Multisample. Для того, чтобы загрузить мультисэмплерный пэтч в наш трек, нажимаем вот эту кнопочку и долго ее удерживаем. Появляется надпись Mult, нажимаем еще раз, и после этого у нас загружается мультисэмпл. Ну, для того, чтобы чуть более естественно все это было, давайте немножко увеличим релиз. Немножко убавим громкость. Можно, естественно, добавлять какие-то эффекты. Или даже управлять параметрами фильтра и другими параметрами. То есть вы, в принципе, можете использовать сэмплы даже как осцилляторы и затем перекручивать их как-то, используя другие синтезаторные настройки, имеющиеся здесь. Ну и подмешаем немного сайдчейна. Можно даже добавить здесь, например, какую-то модуляцию LFO. Для этого попробуем использовать вот эту вот матрицу. Как видите, здесь небольшим таким текстом подписаны отдельные параметры синтезаторного движка, получать доступ к которым мы сможем через функцию Shift. Например, сейчас я хочу промодулировать фильтр с помощью встроенного генератора LFO. Для этого мы переходим к фильтру. Здесь мы можем его чуть-чуть прикрыть. И после этого переходим к... Для того, чтобы назначить LFO на фильтр, переходим вот к этому вот LFO и указываем здесь глубину воздействия. Далее мы можем, например, синхронизировать темп LFO с темпом проекта. Такая система, ну, работы с встроенным синтезаторным движком, в принципе, позволяет обходиться даже без экрана. То есть, если вы выучите все вот эти шорткаты, вы сможете через Shift быстро переходить к тем или иным функциям. Однако, стоит иметь в виду, что наруливание пэтчи здесь удобно скорее в том случае, если вы будете работать с уже звучащей секвенцией, нежели, например, как это я иногда делаю, играя на клавиатуре. Вот в случае игры на клавиатуре это не так удобно, я чуть позже вам покажу. Однако, работая с секвенциями именно, здесь это все, в принципе, довольно быстро получается открывать через Shift, что, на мой взгляд, в принципе, является разумным решением в силу того, что экранчик здесь вот такой вот упрощенный и немного ускоряет, в принципе, работу с переруливанием пэтчей на этом девайсе. Ну и теперь давайте попробуем добавить дополнительные вариации звучания нашего паттерна. Для этого переходим в раздел Song, и я предлагаю начать с варьирования ударных. Для того, чтобы продублировать нашу дорожку ударных, просто удерживаем нужный пэд, щелкаем по пустому месту и получаем копию наших ударных. Как видите, она сразу же у нас присобачивается, так сказать, к новой сцене. Вот здесь вот у нас цвета обозначают сцены. И вот таким вот образом я смогу переключаться между вариациями, включая то первую, то вторую. Вот давайте перейдем к новой, второй вариации и уберем здесь, например, хэты. Можно добавить какие-то еще звуки. Возвращаемся к режиму Song и получаем две вариации звучания наших ударных. Как видите, они меняются по окончании полного цикла, однако при желании, удерживая Shift, мы сможем переключаться между ними так быстро, как мы сами захотим. То же самое можно сделать и с дорожкой, например, с басом. Вот я удерживаю ее, добавляю вот сюда, переключаемся на эту дорожку, и на этой дорожке я, скажем, чуть закрою фильтр. Thank you.
можно немного уменьшить воздействие, огибающее на фильтр. Для этого переходим к фильтру. И обратите внимание, что в матрице у нас мигают сейчас вот эти две кнопки. Они обозначают, что именно, какие именно модуляторы у нас воздействуют на фильтр. Сейчас это второй генератор огибающий и ноты. Вот переходим ко второму генератору огибающий. И здесь можно уменьшить глубину воздействия на фильтр. Или увеличить. Таким образом, у нас сейчас уже есть как бы в нашем треке два паттерна. Первый паттерн — это вот этот вот. И второй паттерн — это вот такой. Единственное, что в этих паттернах общее, это дорожка фортепиано. Ну и для того, чтобы нам быстро между ними переключаться, давайте ее тоже продублируем. Пусть она будет точно такая же, но зато мы сможем вот таким вот образом переключаться между двумя различными паттернами. Таких паттернов, как я и говорил, здесь может быть сколько угодно много, дорожек может быть сколько угодно много, цветов, соответственно, тоже может быть сколько угодно много. Вы можете либо вручную все это переключать, либо переключать вот так вот сценами, как хотите. Ну и теперь давайте, собственно, рассмотрим режим аранжировщика, в котором мы сможем из этих самых сцен, из этих паттернов городить уже полноценные треки. Вот если я перейду в режим аранжировщика, обратите внимание на то, что здесь у нас уже нет никаких паттернов, нет никаких сцен. Здесь есть только вот те дорожки, то есть те типы звуков, которые мы здесь использовали. Это ударные, бас и фортепиано. Ну и для того, чтобы здесь создать трек, мы будем вот таким вот образом добавлять сюда те или иные паттерны. И, как видите, они будут звучать. А вот какой именно из этих двух паттернов там будет звучать, зависит уже от того, какой здесь используется цвет. Вот у нас есть голубой паттерн, да, голубая сцена и розовая сцена. Вот для того, чтобы здесь переключить, например, голубую сцену на розовую, розовая сцена — это у нас как бы стартовая сцена, это более насыщенная сцена, да, мы нажимаем вот сюда, и далее можно поворотом вот этого регулятора выбрать здесь, например, розовую сцену. Давайте, допустим, начнем вот так. Ну и если вы, кстати, сейчас внимательно за всем этим делом следили, и вы, наверное, обратили внимание на то, что здесь есть еще и белая сцена, которой нет у нас вот в этом вот режиме. Белая сцена — это штука, которая позволяет полностью переруливать паттерны. То есть я могу здесь либо полностью с нуля все запрограммировать, в данном случае, например, это пусть будет бочка, да? Ну а здесь мы, скажем, можем выбрать, допустим, розовую сцену. Ну и помимо того, чтобы с нуля вот рисовать вот эти вот белые сцены, мы также можем превратить уже готовую сцену вот в эту вот независимую белую. Для этого удерживаем Shift. Нажимаем вот сюда, и теперь, если я сюда зайду, обратите внимание, у нас здесь вся информация, которая была до этого записана в клип, у нас здесь вся остается, и мы можем переписать ее так, как мы сами того хотим. Скажем, вот здесь в самом конце я не хочу, чтобы у меня звучала бочка и вот этот хэт. Ну а дальше у нас, собственно, пойдет уже следующая сцена, голубая. И таким вот образом мы можем здесь записывать, в принципе, сонги любой, опять же, длины, любой сложности. При желании сюда можно будет записать отдельную автоматизацию, которая будет работать только здесь, в режиме аранжировщика. Ну и помимо вот такого вот ручного ввода, ручного редактирования аранжировки, мы также можем полностью все это дело вживую наиграть. То есть для этого мы переходим вот сюда обратно в режим сонг, запускаем, например, первую сцену. Фортепиано, скажем, мы заглушим, да? Нажимаем далее «Record» и «Song». И он будет записывать все, что мы здесь делаем. И, как видите, все, что я там наиграл, оно
появилась у нас в аранжировщике. Здесь при желании что-то можно редактировать, добавлять какие-то дополнительные сцены, прописывать автоматизацию и так далее. В общем, режим аранжировки, который, ну, как правило, называется режимом Song в Deluxe, мне очень понравился. Довольно интуитивно это все, и несмотря на вот такую простоту девайса, его небольшой размер и отсутствие полноценного экрана, работать с аранжировкой здесь, ну, по-настоящему комфортно, и насколько это возможно вообще, насколько это может быть комфортным при работе, собственно, вот с таким вот компактным девайсом. Ну и теперь, друзья, давайте немного поговорим о встроенном звуковом движке. И для того, чтобы нам это интереснее было делать, я подключил к Deluxe внешний MIDI-контроллер. Сделал я это по MIDI, однако, как я и говорил, при желании вы можете подключать контроллеры прямо по USB при наличии специального переходника. У меня этого переходника нет, поэтому я обошелся обычным MIDI-подключением. Давайте создадим пустой MIDI-трек, точнее говоря, синтезаторную дорожку. И для того, чтобы к этой дорожке прицепился наш контроллер, нам нужно сделать следующее. Нажимаем кнопочку Learn, нажимаем вот сюда, и далее нажимаем по клавише контроллера. Получаем, собственно говоря, возможность играть звуками Deluxe с внешних контроллеров. Обратите внимание на тот факт, что Deluxe поддерживает динамику, то есть, несмотря на то, что его пэды динамику не передают, при подключении внешних контроллеров у нас можно будет управлять динамикой, она будет записываться в секвенсор. Однако интересен тот факт, что при игре на встроенных пэдах вот этих мы получаем не максимальный уровень velocity, а какой-то такой довольно средненький. Так что при использовании внешних контроллеров девайс будет звучать значительно громче, и иногда это приводит к такому ощутимому треску. Так что, чтобы этого дела здесь не было, нам нужно громкость пэтчей при работе с внешними контроллерами убавлять. Ну и давайте теперь создадим здесь пустой пэтч таким вот образом. Убавим ему громкость. За наруливание звуков, как я уже и говорил, здесь отвечает также вот эта пэдовая матрица. Если присмотреться, здесь есть отдельное сокращение, которое позволяет нам выбирать ту или иную страницу параметров инструмента. Это сэмплы, осцилляторы, режим FM синтеза, секция мастер шины, голосовые настройки, 2 огибающих, сайдчейн, ну, в общем, очень много всего. И получать доступ к ним можно будет вот таким вот образом через Shift. Вот давайте начнем с субтрактивного движка. Как я и говорил, здесь имеется 2 разных движка, субтрактивный и FM-движок. Посмотрим, какие здесь есть формы волны. Вот переходим к первому осциллятору, выбираем здесь тип. Есть квадратная волна, аналоговая, пила, аналоговая пила, сэмплы или режим аудиовхода, в котором я смогу транспонировать себя вот таким вот образом. Довольно необычная штука. Не знаю, как практически это можно использовать, но режим мне понравился. Также здесь, конечно, есть синус и треугольник. Далее добавим второй осциллятор. Второй осциллятор у нас будет, ну, скажем, немножечко расстроен относительно первого. Как видите, управление здесь осуществляется по полутонам, однако, используя вот эту крутилку, мы сможем перейти к сотым долям. И осуществлять более точную расстройку. Ну и далее давайте покрутим фильтр. Фильтр здесь выведен на панель. Фильтров, кстати, здесь есть несколько режимов разных. То есть сейчас у меня активирован low pass, можно включить high pass и даже эквалайзер. Работают они параллельно, то есть у нас есть и low pass, и high pass, и эквалайзер. А вот переключаться между типами фильтров можно вот здесь. Драйв. 12-децибельный. И 24-децибельный. Ну и теперь давайте прицепим фильтр к огибающей. Переходим к фильтру. Переходим к Envelope 2. Устанавливаем здесь глубину модуляции. И далее, например, отредактируем вторую огибающую. Так что Sustain здесь будет нулевым. А Decay будет
коротеньким. Вот таким примерно образом здесь и осуществляется создание пэтчей. Но я могу сказать, что здесь вот, по крайней мере, работая в этом режиме, я почувствовал некоторое неудобство, связанное с тем, что, как правило, работая с инструментами, я люблю одной рукой играть, другой крутить. Ну а здесь, чтобы перейти к тому или иному параметру, мне все время приходится удерживать Shift. Не всегда это можно делать одной рукой, не всегда дотянешься, да? Куда-то, если бы, например, кнопка Shift была посередине, еще куда бы ни шло. Но, на мой взгляд, здесь сильно-сильно не хватает отдельной кнопки Synth Tweak, например, или как-то так ее можно называть, нажимая на которую, я смогу переходить к страницам синтезатора, не удерживая Shift. В этом режиме, даже несмотря на то, что все управляется с одного всего лишь контроллера, в принципе, вполне можно было бы что-то там наруливать на лету, играя на клавиатуре. Ну а без этой кнопки не то, что прям супер удобно, в принципе, возможно. Другим неудобством мне показалась вот эта вот история с громкостями, то есть тем, что пэтчи начинают ощутимо так клиповать, в случае, если громкость здесь не убавлять, и при переборе каких-то базовых встроенных в инструмент пэтчей, вот давайте прям попробуем это сделать, вы уже будете получать перегруженный звук. Прям слышно, как потрескивает, да, это связано с тем, что параметр velocity при игре с клавиатуры гораздо выше, чем параметр velocity при игре с внешних пэдов, и инструмент начинает немножко клиповать. То есть, ну, вот такое вот некоторое неудобство. Далее давайте посмотрим на встроенный FM-движок. Для того, чтобы переключить синтезатор в другой режим, выбираем Synth Mode и выбираем здесь вот таким вот образом FM. Осцилляторы у нас отключаются, но появляются два оператора и два модулятора, что тоже по-своему прекрасно. И управлять ими можно будет вот здесь через cutoff резонанс. Вот опять, как видите, это самая грязь. Убавляем громкость. И никакой грязи уже и нет. Тоже интересным нюансом делюш является тот факт, что любой вообще абсолютно параметр синтезаторного движка здесь можно прицепить к внешним регуляторам вашего MIDI-контроллера. Скажем, я хочу сейчас прикрепить, допустим, параметр, ну, скажем, FM-mod, вот этот вот параметр, вот к этому регулятору. Удерживаем Learn, крутим, и, как видите, он прикрепляется к выбранному мной регулятору контроллера. Ну и еще одним скрытым режимом работы дорожек Delush, как я и говорил, является режим воспроизведения сэмплов. Давайте его рассмотрим. В этом режиме мы сможем использовать сэмплы любой длины и воспроизводить их, ну, как бы, как аудиолупы. Сэмплы будут привязываться к темпу проекта, стретчиться. Вот давайте попробуем на нашем паттерне что-то подобное провернуть. Я добавил сюда уже новую пустую дорожку. Мы переводим ее в режим аудио. Ну и для того, чтобы присвоить сэмпл к аудиодорожке, мы также можем использовать вот эту матрицу пэдов. Удерживаем Shift, выбираем Browse. И здесь можно вот выбирать какие-то сэмплы. Скажем, возьмем вот этот. Загружаем его и после этого как видите, сэмпл у нас автоматически синхронизируется с темпом проекта. То есть, если я буду управлять здесь темпом, сэмпл будет стретчиться. Ну и, разумеется, помимо воспроизведения сэмплов вот на отдельной дорожке, то есть сейчас у нас как бы сэмпл звучит прямо вот на отдельной дорожке вот здесь, мы можем собирать целые киты из таких лупов. Давайте сейчас вот эту дорожку у нас удалим и добавим новую пустую дорожку, переведем ее в режим кит и создадим новый пустой кит. Он сразу, как видите, предлагает выбрать тот же самый сэмпл, то есть браузер всегда открывается в том месте, где вы его последний раз закрыли, и я могу вот сейчас вот таким вот образом это сделать. И он у меня автоматически здесь вот заполняется. Ну и, разумеется, опять же, функцию воспроизведения сэмплов вот в режиме кита можно использовать для того, чтобы чопить сэмплы, то есть нарезать их на отдельные слайсы. Давайте попробуем это сделать на примере нового проекта. Вот я создаю новый проект. В нем, опять же, всего одна пустая дорожка. Переходим сюда, выбираем режим кит. И загрузим сюда что-то. У меня тут есть специальная папочка, я ее добавил, для того, чтобы показать вам как раз слайсинг. Называется Sirius Beats. Давайте здесь что-то выберем.
скажем, вот такой сэмпл, да? Для того, чтобы его нарезать на слайсы, мы долго удерживаем кнопку. И после этого мы можем здесь выбрать режим слайс и выбрать количество слайсов, на которые мы будем нарезать наш сэмпл. Допустим, это будет 16 слайсов. И после этого мы получаем... готовые слайсы, которые у нас находятся вот здесь. Единственным, на мой взгляд, здесь неудобством является тот факт, что слайсы друг друга не перекрывают. То есть при выборе следующего слайса у меня предыдущий продолжает играть. Далеко не всегда это бывает удобным. При желании, конечно, это всегда можно выключить. Сделать это можно, кстати, вот так. Удерживаем Shift и выбираем раздел полифонии. Здесь можно выбрать режим Choke. Вот choke. Однако, что на мой взгляд крайне неудобно, и мне хотелось бы, чтобы в будущем разработчики это исправили, я не могу на ходу переключиться на настройки следующего слайса. Мне придется все время нажимать red, тыкать вот сюда, снова тыкать полифония, снова выбирать choke, снова тыкать сюда, снова тыкать сюда. То есть реально очень много лишних движений получается, которые по идее можно было бы делать вот просто тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын, вот примерно вот так. Опять же, здесь как бы есть кнопочка Affect Entire, нажимая на которую мы, по идее, могли бы управлять всеми этими слайсами сразу, но она у нас отвечает только за управление вот этими параметрами, а здесь, естественно, нет такого параметра, как Choke, что, на мой взгляд, немножко не совсем правильно. Я бы хотел, чтобы эта кнопка, опять же, она позволяла все вот эти настройки в меню также применять ко всем, собственно говоря, слайсам. Однако вот сейчас мы вручную это сделали. И можно уже что-то здесь попробовать набить. Давайте добавим новую дорожку. Пусть это будет дорожка Kit. И, например... В режиме слайсинга мы также можем управлять точкой старта, точкой окончания каждого отдельно взятого слайса. И вот на первый взгляд точка старта здесь никак не сдвигается. Я долго-долго тоже мучился, понимал, как это все работает. Однако, если здесь увеличить масштаб вот так, как видите, мы можем менять масштаб. Вот я, допустим, изменил масштаб, и после этого вполне себе я смогу сдвигать точку старта. Сдвигать ее можно только до следующего слайса, разумеется. Ну вот, допустим, вот так вот это сделаем. Вот уже гораздо аккуратнее звучит. А далее мы можем, например, добавить сюда сайдчейн. Можем, например, добавить сюда чуть больше низа. Получать вот такие вот как бы достаточно интересные паттерны в стиле AK-MPC, работая с нарезкой готовых сэмплов. Единственным отличием, довольно серьезным для многих от работы с MPC-шками здесь, будет тот факт, что пэды тут не динамические, пэды тут довольно маленькие, поэтому фингердрамингом, конечно, толком вы тут ничего не наиграете. Конечно, всегда можно подключить сюда по USB какой-то внешний пэдовый контроллер, тот же самый MPD от Akai, и получить очень похожую на Akai как бы такую рабочую станцию. Однако в первую очередь, на мой взгляд, все-таки эта машина ориентирована на линейный секвенсор, и работа с слайсингом здесь является скорее таким приятным бонусом, который иногда может помочь вам разнообразить ваши секвенции, добавив в них какие-то нарезанные партии. Ну и еще одной интересной особенностью Deluge, которая появилась в последних там довольно-таки свежих обновлениях, является возможность работы с девайсом в режиме лупера. То есть вы здесь можете на лету зацикливать какие-то аудиосэмплы, аудиолупы, записанные либо через линейный вход, либо даже с помощью встроенного бортового микрофончика. Вот давайте с вами сейчас попробуем это сделать. Я создаю пустой проект. Первая дорожка у меня будет в режиме кита выступать просто своеобразным метрономом. Я здесь просто бочку буду использовать. А вот на второй дорожке мы активируем режим аудио. Далее, после этого нам нужно выбрать аудиовход здесь. Обратите внимание, что здесь есть левый, правый вход, стерео и так далее. Разъем здесь стереофонический, я, кстати, забыл об этом сказать. Но если к разъему ничего не подключено, то мы можем вот в качестве левого входа использовать вот этот бортовой микрофончик. Причем выбирая режимы, в которых у нас здесь есть точечка,
вот таким вот образом мы сможем еще и прослушивать себя сразу же через этот самый аудиовход. В данном случае это микрофон. Вот давайте вот этот режим активируем. И теперь для того, чтобы записать сюда какой-то луп, нам достаточно, ну, во-первых, убедиться в том, что у нас дорожка заармлена, так сказать. И можно, нажав play, что-то туда спеть. До тех пор, пока я снова вот на эту кнопку не нажму, оно будет писаться. После того, как я нажму, оно зациклится и будет крутиться по кругу. Вот давайте попробуем. Как видите, все записалось, да? Можно продолжать наслаивать слои. Для этого я нажимаю вот сюда вот рекорд и нажимаю вот сюда на пустую дорожку. Таким образом можно записывать, ну, сколь угодно много этих самых слоев и потом вот таким вот образом их останавливать, запускать и исполнять музыку в режиме лайф-лупинга. Ну и последней немаловажной особенностью Delush является тот факт, что этот девайс вполне себе можно использовать как внешний секвенсор. Давайте это протестируем на моем любимом Артуре Микрофрике. Для этого я подключу Микрофрик опять же по MIDI к Delush, однако на этот раз у нас будет MIDI выходить из Delush'а и заходить в Микрофрик, вот в MIDI IN. Мы втыкаем, и далее я подключу фрик по аудио. При таком сетапе мы можем, в принципе, использовать какую-то отдельную дорожку для того, чтобы мониторить аудиосигнал. У меня это вторая дорожка. И мы услышим ноты, которые у нас будут напрямую заходить по аудио из микрофрика или другого инструмента в Delush. И отдельная у меня дорожка, вот в частности первая дорожка, будет отвечать за, собственно, секвенцию. Я уже могу здесь играть как бы какие-то ноты, они переходят туда. При желании мы можем здесь управлять MIDI-каналом, делается это вот здесь. Обратите внимание, кстати, какие здесь есть настройки. Мы можем, ну, во-первых, менять MIDI-канал, как я и сказал. В данном случае это первый канал. И, во-вторых, мы можем здесь указывать Program Change сообщение для того, чтобы менять пресеты внутри вашего внешнего устройства. Можем использовать MIDI-арпеджиатор даже. Вот давайте попробуем его включить. Обратите внимание, что вот эти ладовые настройки, которые я вам тоже показывал, они здесь тоже используются. То есть сейчас у нас секвенция раздается с учетом того лада, который в данный момент выбран. Вот я могу его, например, отключить. Сейчас это мажор. Можно поменять лад, использовать какой-то другой, изменить тонику и так далее. Ну и, собственно, помимо нот, здесь также можно прописывать автоматизацию. За эту автоматизацию отвечают в данном режиме вот эти два золотых контроллера, каждый из которых можно присвоить к какому-то Ctrl-Change сообщению на ваш выбор. Например, мой микрофрик позволяет управлять фильтром с помощью Ctrl-Change сообщения CC23. И вот если мы здесь его выберем, а это страничка котов, мы сможем управлять фильтром с Delush и прописывать эти изменения в секвенсор Delush. Как видите, все записывается. Можно, конечно, подмешивать эффекты Delush. Сейчас у нас заходит Delush на первую, на вторую, точнее, дорожку. Можно подмешать сюда ревер, сделать сайдчейн. Ну и точно таким же образом вы можете подключать к Delush еще и CV-gate устройство. Как видите, на борту здесь есть 4 гейт-выхода и 2 CV-выхода. В случае работы с CV-дорожками вы будете использовать CV для передачи, ну, собственно, высоты нот, гейт вы будете использовать для передачи длины нот. А вот интересной особенностью вот этих гейт-выходов также является тот факт, что если я, например, создам здесь дорожку kit с
ударными, мы можем присвоить каждому из вот этих вот ударных еще и отдельный гейт-выход, так что вы сможете создавать барабанные гейт-паттерны для того, чтобы раздавать, например, эти паттерны на какие-то внешние там еврорек-барабанные модули или что-то еще подобное. То есть в этом смысле секвенсор Deluge показался мне максимально комфортным, простым, удобным для работы с внешним железом. Все ноты здесь вот так вот прекрасно все это видно, можно менять масштаб там, какие-то делать триоли там или какие-то быстрые сбивки, делать паттерны любой длины, что для меня максимально важно. Я думаю, что это самая главная, на самом деле, позитивная особенность этого секвенсора. Вы можете прописывать хоть 256-шаговые там какие-нибудь паттерны и раздавать их прекраснейшим образом на внешнее железо. При этом, естественно, есть возможность создавать вероятность срабатывания, вот ту самую электроновскую. Например, добавим вот сюда 50% шанс срабатывания. И как видите, секвенция будет все время меняться. Ну и напоследок, друзья, я поделюсь с вами своими собственными наблюдениями по поводу Deluge, какими-то собственными мнениями. Попробую сравнить его с конкурентными продуктами и отметить плюсы и минусы этого девайса. Ну и первое, что хочется сказать, то, что я очень давно, на самом деле, хотел подержать эту коробочку в руках. Мне было крайне любопытно, о чем там вот эти вот слухи, значит, говорят, что на самом деле умеет эта машина, чего она не умеет. И включив его первый раз, вот как только он ко мне попал в руки, у меня буквально через 5 минут пропали, на самом деле, все сомнения. Очень простой в освоении девайс, у меня сразу же получилось на нем что-то делать. То есть даже если вы полнейший новичок, вы, я думаю, вполне себе комфортно сможете начать работать на этом девайсе. Он максимально в этом плане дружелюбен к начинающим. И вот какие-то базовые вещи, то есть там создание простейших паттернов из ударных и мелодических дорожек, здесь вы освоите прям вот за, ну, действительно, может быть, за полчаса, за час. И, на мой взгляд, это, ну, пожалуй, наверное, можно сказать, что одна из самых простых машин с таким богатым функционалом. С другой стороны, все дальнейшие взаимодействия с прибором, то есть исследование его более богатых возможностей, таких как секвенсор, какие-то вот эти вот вещи, связанные с нарезкой сэмплов, какие-то вещи, связанные с работой с лупами и так далее, какие-то вещи, связанные с наруливанием собственных звуков, здесь уже потребует от вас гораздо больше усидчивости. Ну и, наконец, друзья, давайте поговорим о плюсах и минусах этого девайса. Начнем, конечно же, с плюсов. И главным плюсом, пожалуй, этой машины является тот факт, что при таком маленьком, очень небольшом размере, небольшом весе вы получаете полноценную стационарную рабочую станцию, на которой можно будет создавать барабанные, мелодические дорожки. Здесь нет ограничений на количество дорожек. Можно использовать этот девайс как плейбэк-машину, потому что он умеет воспроизводить сэмплы любой вообще длины. Можно использовать эту машину как секвенсор. Можно использовать эту машину как какой-нибудь там, я не знаю, звуковой модуль, подключая к нему MIDI-клавиатуру. Да? Можно как лупер использовать. В общем, действительно мощная машинка. В первую очередь, я думаю, она должна понравиться тем, кто хочет вот иметь это все и сразу, но не хочет работать с компьютером, потому что это не компьютер, экран здесь очень примитивный, смотреть на экран вам не понадобится, но все богатство возможностей здесь имеется. Но еще одним неоспоримым плюсом этого девайса является тот факт, что прошивка этого девайса постоянно развивается. То есть вы постоянно будете получать обновления, вы будете получать постоянную поддержку от производителя, какие-то новые возможности здесь будут появляться. У вас будет очень мощная комьюнити, у вас будет возможность издаваться на уникальном лейбле, на котором издаются только пользователи этой машины. Таким образом, вы как бы вливаетесь в семью Deluge, в которой вам будут рады и в которой вы сможете общаться со своими единомышленниками и получать постоянно растущий девайс. Например, в ближайшее время производители планируют выпустить новую прошивку, которая сможет поддерживать передачу и прием MPE MIDI данных. То есть вы сможете независимо управлять высотой каждой отдельной нотки, подключать сюда контроллеры по типу роли C-Board или какие-то похожие, что, на мой взгляд, довольно здорово. Я думаю, что на этом развитие движка Deluge не остановится.
Ну а теперь, что касается минусов, друзья. По поводу минусов здесь сложно говорить неоднозначно, поэтому неоднозначные вещи мы отложим чуть-чуть на попозже. Я скажу сразу про вещи однозначные. И к однозначным вещам я в первую очередь отнес бы, ну, не самый, скажем так, лучший синтезаторный движок. Движок здесь синтезаторный довольно-таки простенький, сравнивать его даже с плагинами мне будет крайне тяжело. Плюс ко всему, если вы не работаете со встроенной секвенцией, а, например, работаете с внешней клавиатурой, то наруливать этот звуковой движок будет, ну, не очень удобно, в силу того, что я вам уже показывал, вот через Shift придется двумя руками, постоянно отвлекаясь, там, переключать странички. В этом смысле, на мой взгляд, было бы гораздо уже лучше и приятнее, если бы, во-первых, у нас высокие значения динамики с клавиатуры не заставляли встроенный движок клиповать, как это сейчас происходит. И, во-вторых, было бы здорово, но это, наверное, как бы мы вряд ли дождемся в будущих прошивках, потому что здесь уже нужна отдельная кнопка. Было бы здорово иметь отдельную кнопку для управления твикингом встроенного движка. То есть нажимаете Tweak Synth, и вам не нужно все время зажимать Shift для того, чтобы получить доступ к той или иной функции. В этом режиме наруливание движка сильно бы ускорилось, и прям машина была бы в два раза более приятной в этом смысле. Однако имейте в виду, что если вы не из тех ребят, которые на клавиатуре играют, а из тех ребят, которые забивают секвенции и потом уже крутят эту самую секвенцию, то вы вряд ли почувствуете какой-то дискомфорт по поводу рулежки, потому что в этом смысле вам не надо отвлекать одну руку на игру мелодии, вы сможете пользоваться обеими своими руками для твикинга, и тогда через Shift вполне себе все это быстро делается, смотреть на экран совершенно будет не обязательно, то есть вот такая вот история. Ну и, разумеется, другим таким достаточно заметным, на мой взгляд, минусом является тот факт, что при таком обилии возможностей сделать, ну, максимально простым доступ ко всем этим функциям через вот такой вот упрощенный интерфейс будет достаточно сложно. Более того, новые возможности этого прибора, которые постепенно появляются, некоторые из них не предполагались изначально, и кнопок просто на передней панели или каких-то там шорткатов для этого нет. Приходится все это цеплять к каким-то не самым очевидным там шорткатам или каким-то еще не самым очевидным вещам, что иногда, во-первых, затрудняет, замедляет взаимодействие с прибором, замедляет изучение этого девайса, а иногда приводит вообще к таким довольно глупым ошибкам, скажем, таким ошибкам, как удаление паттерна. В одном случае через Shift вы его сохраняете, без Shift вы его удаляете и случайно там попали мимо кнопки, условно говоря, в разгаре пыла, у вас все стерлось и как бы пути обратного нет. В этом смысле нужно понимать, что все дальнейшие апгрейды девайса, они будут только усложнять вот эту вот корреляцию, то есть взаимодействие с интерфейсом. Но, тем не менее, стоит здесь ради чистоты, ради честности, да, сказать, что несмотря на вот это вот все, создатель девайса реально очень внимательно за всем этим следит, и насколько вот он может все это упростить, насколько здесь в принципе возможно вот это обилие функций впихнуть в этот компактный крошечный корпус, настолько здесь это сделано. Но если в целом говорить о удачных и неудачных сторонах этого грувбокса, то я бы отнес к суперудачным сторонам, во-первых, работу с сэмплами. То есть в этом плане можно даже где-то там отчасти немножечко шепотом сказать, что это киллер электрон-октотрек, по крайней мере для тех, кто рассматривала Octatrack как плейбэк-машину, как какой-то лупер, например. В этом смысле Делюш, я думаю, точно Octatrack убивает, потому что здесь неограниченное количество дорожек, а в Octatrack их всего 8. Во-вторых, эта машина явно понравится всем, кто любит работать с сэмплерными какими-то партиями, то есть делать чоппинг, может быть, лупы записывать там, или какие-то сэмплерные партии создавать. Например, поддержка мультисэмплинга, я вообще такого не видел на других грувбоксах. По крайней мере, настолько просто и удобно, комфортно реализованного. Ну и, конечно, здесь шикарнейший секвенсор. То есть, если вы рассматриваете этот девайс в том числе и как секвенсор, то по поводу секвенсора у меня вообще здесь никаких претензий нет. Я не нашел никаких отрицательных сторон по части секвенсора. Очень здорово все сделано. Круто, что есть аудиовход, который можно включить в режим директ-мониторинга, чинить то, что вы секвенсируете. В общем, в этом плане машина прям супер классная. С учетом того, что здесь еще есть эти электроновские параметры, локи и прочие дела, это прям шикарный выбор в том смысле, если вы рассматриваете этот девайс как потенциальный секвенсор, может быть, драм-машину. А вот по части слабых мест, как я уже говорил, это в первую очередь синтезаторный движок. Не сказать, что он прям плохой, но он такой довольно-таки средненький. И даже если брать какие-то базовые синтезаторные движки, не знаю, Roland MC-101 каких-нибудь, да, или даже Model Cycles от Electron, там наверняка вы получите, ну, более интересный, что ли, движок, более живой. В
Вот, в этом смысле девайс немножко проигрывает, и, конечно, он проигрывает по части работы с ним как со звуковым модулем, потому что в этом режиме из-за вот этого вот высоких значений velocity здесь сразу все начинает клиповать, нужно все громкость убавлять. Вот такие дела, друзья. В целом, я считаю, что это более чем удачный девайс. Скепсис мой развеян был, я в нем очень сильно, честно вам скажу, сомневался. И я думаю, что вполне по многим пунктам эта штука может служить достойнейшим конкурентом всем этим новомодным стационарным Native Instruments Machine Plus там, или Akai MPC Force или Akai MPC One, тому подобным грувбоксам. Найти эти машины теперь можно в московском салоне Synthesarium, в интернет-магазине mac.ru. Подробности будут вот здесь вот в уголке. Если вам интересно собственноручно протестировать этот аппарат, обязательно записывайтесь на тест-драйв в московский салон Synthesarium. Но если вы уже собрались покупать эту машину, если вы надумали, созрели и вы поняли, что вот оно, то самое, чего вы хотели все это время, не забывайте использовать вот этот вот промокод, который дает приятную скидочку и на этот аппарат, и на любые другие девайсы, имеющиеся в наличии в интернет-магазине mmac.ru. Ну и на этом, друзья, я с вами прощаюсь. Надеюсь, вам было интересно. Если вам понравился ролик, обязательно оставляйте свои лайки, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, если они у вас остались. Естественно, рассмотреть все, что здесь есть за это время, я просто не успел бы. Так что, если у вас остались вопросы, пишите их. Ну и, конечно, если вы все еще не подписались на наш канал, обязательно подписывайтесь, ударяйте в колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. На связи, до новых встреч, пишите хорошую музыку. Пока-пока. Yo, get up on the beat, nigga, chillin' and I'm vibin'. Puttin' that weight, cause I need the money piling. I just want it all, private jets on the island. I just want the ball in the club when I'm wildin'. Yeah, I need a new whip with suicide doors. And I need a new chick with beauty, no flaws. Drip on the ice and the swag got sauce. And I'ma get mine, nigga, better get yours. Yeah, I need the money stack, nigga, where the money at? New ice, new whips, new kicks, yeah, all of that.